Народ, всем привет! Это видео начинаю я сама. Сейчас нахожусь в гаражах, еле пробралась. У нас такой вот потоп. Вот такая вот у нас весна. Пришла я сама сегодня в гараж. Наш папа заболел. Ой, болеет уже 5 дней, не выходит с квартиры. А нам пришла пленка прозрачная на фары. Поэтому, ребята, сейчас будете наблюдать, как я буду сама снимать фары. Так, ну вот я уже пришла, машину открыла. Сейчас будем снимать вот эти вот фары задние. То бишь мне сейчас надо залезть, снять вот эту вот пластмасску и подкручивать сюда нафиг. Даже с первого раза угадала. Только что-то у меня не получилось. Ну ничего, я сама. Мне можно ошибаться. Кто молодец? Я молодец. Ой, я что это? Захотела сняться. А? Вопрос. Ну и ладно, папа потом сделает. Вот так вот. И... Все, да я крутая. Ой. А, так эта штучка должна быть тут. А теперь мне надо снять вот эту штучку еще. Ну, что-то крутится. А теперь снимаем само зеркало. Так, можешь выложить? А. Опа. Ой. Да, это надо уже бабушек попротирать. Я это сделала. Теперь осталось мне где-то... Ой, вот там вот, вот эти вот. А теперь вот эти. Так классно, так интересно. Оно и так прикольно. Но когда, блин, с кем-то в гараже, ну да, ну классно. А когда сам, можно почудить. И сразу все звонят, переживают. Ничего ли я тут лишнего не начудила? И готово. Раз. Ну и все. Все, из гаража выхожу. Теперь надо как-то плыть. Так, ну все, теперь домой с фарами будем обклеивать. Так что оставайтесь и не переключайте. Ребят, ку-ку, я уже дома. Всем привет. За кадром человек больного типа. Так. Вот любимая нам сняла фары. Я их уже помыл. Все сделал. Ты всем привет. Да. Молодец. Короче, мы не удержались и уже распаковали. А разница какая? Доставай, разверни ее, покажи, какая штучка классная. Сейчас. Вот. Тёмочка, а ну отойди. Так, не обращайте внимания на мои ногти. Это называется гараж стайл. Потом перекрашу. Так, вот такая вот она блестяшка. Да, она прозрачная. Это специальная пленка для именно для фар. Вот так она будет. Да. Тёмочка, отподвинься. Папа покажет. Мы так притулили, включили свет сквозь фары. Это там, короче, классно, вообще, не влияет. Да. Реально на этот самый, на яркость света не влияет вообще никак. Поэтому все. Говорю, будем колхозиться. А, да-да-да-да-да. Делаем колхоз, как некоторые там по-любому напишут. С пленкой имеем дело впервые, поэтому сразу будем учиться, а потом будем показывать вам. Самая большая ошибки. Проблема будет эти вот углы. Эти вот бока, да. Ну, как сделаем, так и сделаем. Ну, в принципе, без разницы, какие бока эти или там эти. Видно, их все равно не будет нигде, если вдруг и плохо получится. Все, ладно, мы начали. Сюда. Поехали, потом покажем. Так, ну вот мы... Домучились чуть-чуть.
Вот так вот получилось. Единственные косячки у нас там, где есть надписи. Тут надпись. Ой, сейчас резкость. Вот надпись здесь, вот здесь надпись и вот. Там, где есть надписи, но не хочет оно впритык приклеиваться. Может, как не разогревали, как ее не это само не мудрували, все равно... Ну, в общем, оно прикольно смотрится. Вот, например, вот так. Ну и пофигу. Оно особо ничего не меняется, да. Особо ничего не меняется как бы сильно. Но оно прикольно, оно стало такое чуть-чуть матовое и очень блестящее. Никак не глянцевое. Блестящий. Ну, если что, это не проблема. Поездим, посмотрим, понравится, не понравится. Отдирается оно довольно-таки легко. Ну, сразу нам понравилось. Да. А там уже будем смотреть. На машину поставим, посмотрим, как будет. Так, давайте дальше. Углы мучаться сейчас будем. Давай. Тёма, давай маме фару. Что ты мешаешь ребенку? Это, сейзанскую машину строй. Показывай, как мы имеем такое и вот такое. Что до, что после решено. Оно практически не отличается, потому что оно, ну вот, а вот поймал. Вот. Она стала просто матовая и блестящая, с блестинками. Ну, с алмазной крошкой. Да. А так, в принципе, прям сильно такого, чтобы что-то поменялось, да? Просто она стала блестеть и все. Папа, тебе ребенок тоже хорошо. Даже края у нас более-менее получилось оттянуть. Почти профессионал уже. Ладно, будем учиться вторую, потом покажем, как две будет. Показывай, папа, показывай, Фары, показывай. Ой. И ты сейчас будем тоже перетягивать, да? Йо. Все, Тёма сказала, да, значит, да. И как там? Царь кощейных златом чахнет. Все готово. Да. Кстати, ребята, у нас вот это вот первая, вот это вторая. Все с каждым разом и лучше, и лучше, и лучше получается делать углы. Вот как оно блестит. Мама по телефону с бабушкой разговаривает. Что классно. Бомбовые фарки получаются. Отражалку мы специально оставили. Да, кстати, отражалку мы не делали, чтобы она выполняла свои функции. В общем, классно. Короче, наша машина становится по чуть-чуть современнее. Как некоторые скажут, как колхоз. А, да, колхоз рулит. Все, колхозим следующие парки. Да, спасибо. Так, перетянули мы одну. Ой, где какая? Она и та блестит. Ты что, отец, страх теряешь? Классно. Как оно блестит. Вот так вот лучше видно. Сравнение. Да. В общем, красиво. Так, давай дальше. Все, делаем дальше. Следующий. Короче, вот такая вот красотища у нас получилась. Мне это очень нравится. Оно так переливается, так прикольно все. Красиво. Красота. На машине будет вообще классно смотреться. По-любому будет выделяться. Ладно, остались пластмасски эти с зеркалов. Времени ушло, прям не знаю сколько, мы очень думали, много. Это быстро. И мы думали, ну пару часиков это потолок на все. Я думал 20 минут на все, а не пару часиков. Вот. Перетянули мы одну пластмасочку. Мама в роли подставки. Да. Ну пошевелением. Классно. Тёма, красиво? Хорошо. Ну и вторую перетягиваем. Ну и пойдем уже завтра в гараж, поставим. Ну или пойдем, или мама наша поставит. Да. Начало дело, надо заканчиваться. Ну, в общем, давай, что-то давайте. Типа того. Да. Все, до завтра всем. Вот так. Так как муж еще болеет, ставлю фары я. Опять-таки, мне это интересно, я в этом заинтересована. Ой. Так.
первая есть. А теперь вторая. Вот так. И вот так. Так это будет смотреться из грязи. Да, ребят, это стоит и лайков, и просмотров. Первая пара есть. Ой, где вторая заныкалась? А теперь вторую. Вот так. По-моему, ничего не перепутала. Ух, какая. Так. Отлично. Перед этим будем закрывать. Ну, вот, держится и держится. Все отлично. Теперь это закрываем. Это забираем. Это закрываем. Ну, точно закрываем. Точно. Опа. Вот так. Теперь смотрим. Не смотрите, машинка грязная. По такой погоде не прикольно, блин, ехать ее мыть, чтобы она через секунду стала опять такой же. Какая красота! Отлично, мне нравится. Тем более это то, что делала я. Ну и, конечно, муж помогал. Да, я такая. Так, и кто вообще говорил снять вот это? Но. Это очень круто, это наше решение, и оно обсуждению не подлежит. Так, что бы еще? А, нужно же включить, правильно? О. Опять-таки, где нужно горит, а где нужно сияет. Отлично. О, кстати. Так прикольно. Классно. И, ребят, для тех, кто действительно смотрит наш канал, кому интересна эта вся тема, немножечко позже мы будем перетягивать, панельку алькантарой. Так как мы всю машину уже перетянули, осталась только передняя панелька. Будем перетягивать вот эту вот панельку. Ну а что, стойки, карты, уже все перетянуто. Осталось только вот здесь вот. Будем включать обогреватель. На улице все-таки не лето, а до лета ждать очень-очень далеко. Поэтому как бы будем делать все, что в наших силах. Ну, потому что, ну, согласитесь, ну вот это, вот с вот этим вот, ну вообще не смотрится. Ой, я руки вымазала. Еще этими руками трогаю. Ай-яй-яй. Вот так вот можно. Классно. Это круто. Вот это круто. А это абсолютно не круто. Это будем переделывать. Так что, ребята, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, делимся своими мыслями с нами. Ставим, обязательно просто ставим лайк и ждем следующего выпуска с панелькой. Все, мои дорогие, всем удачи и всем пока!